Здравствуйте. Меня зовут Николаев Евгений, я генеральный директор компании «Композит Электро», резидент Сколково. Сегодня я представляю вам свой продукт. Это новые типы сердечников на основе композитного материала для высоковольтных проводов, для силовых проводов. Преимущество данных сердечников и проводов на их основе это заключается в том, что композитный материал не подвержен коррозии. Соответственно, более высокая долговечность использования, не является диэлектриком, то есть потери энергии через сердечник нету. И при всем при этом он еще очень прочный. По сравнению с металлом, он превосходит металл в несколько раз по своей прочности, что, в общем-то, дает возможность облегчить провода, так как можно, во-первых, использовать меньше материала, плюс композитный материал в 4 раза легче, чем металл. Соответственно, в пересчете на конечное изделие можно либо сделать больше токопроводящего элемента, либо, соответственно, сделать провод легче. Соответственно, это дает возможность сэкономить при строительстве на опорах, на их высоте и на их несущей способности. То есть, грубо говоря, можно сделать с использованием нашего провода до 10%. Дешевле будет сама линия стоить. Это по отчету, который сделал, и по расчетам, которые провели специалисты НТЦ ФСК.